ошибок серьезных не было. А вот момент. Касилья 1-0 в пользу Манчестер Сити, игравший когда-то в испанском чемпионате. Вот еще раз момент. Стоунс наносит удар. Ну и дальше пустые ворота. А Отаменди, кстати, нередко забивает после стандартов. Правда, как правило, он сам. Ох, как разыграно. Здорово. Снова Рахим с мячом. И на этот раз он забивает. 2-0. Ну и смотрите, как разыграно. Каков же Де Брюйне, а? И здесь гектар пространства. Ну и, конечно, Рахим Стерлинг вторым таким шансом просто обязан был воспользоваться, что он и сделал. И передача какая. Еще один момент. И третий мяч в ворот. Но это уже разгром. Снова интересный розыгрыш. И опять смотрите, как Де Брюйне освобождается в буквально долю секунды. Сразу же передача от Самира Насри. И очень аккуратненько Стоун с ногой укладывает мяч в дальний угол. Диас оставил мяч партнеру. Красиво. Есть Стерлинг рядом. Удар! Вот это да! И какая комбинация. Смотрите, как все тонко. Вот когда-то Василий Уткин и Юрий Розунов, они, наверное, сами, может быть, не вспомнят, когда это было, но такая атака называлась «Атака на раз, два, три». И удар с дальней дистанции. Ну! Вот посмотрите, что это было. Просто невероятный удар.